Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя Месть Шреддера. Ну что, пятый этап. Поехали. Так, Северс of New York. А это у нас, знаешь, похоже, кто? Крысиный король, да-да-да. Чего? Почитали и хватит, что ли? Иди сюда. Ах ты! Ну ты навозник, а? Так, газетка, книжка. Вот, наверное, эти книжки мы должны собирать. Точно. Тут же у нас еще, которые бросают кунаи. Ну как же без них-то? Это как раз книжка для... Фига ты бросаешь. Для Ирмы. Именно для нее мы собираем эти книги. Ух. Блин. Постоянно забываешь про это уклонение. Ну-ка. Уклонение, удар плечом, естественно. Метро, я помню. Обычно там поезд приезжал, когда... Он высаживал там новых клан-футовцев. Это чем дальше, тем сложнее, я вот смотрю. Ну да. Подловил довольный такой. Почему у меня так быстро здоровье стало улетать? Пицца-то, ёк-макарёк, я её... Чуть не прозевакал. Опять эти. Фига они меня на раскруточку там взяли. И сюда. Хей-я. Слушай, а как-то можно поменять? А-ха-ха-ха, вот это уже маузеры, ребята. Сюда. Прекрасно. Ах, разобрались. О-о-о-о. Они, я помню, хватались за руки. Вот на сейке, когда играешь, они с разбега прыгали и хватали за руку. Он их еще потом скидывал. Дай-ка разобью этот. Опа. Какая-то хорошая пицца. Она, наверное, предназначалась для того, чтобы с маузерами драться, а я ее... Опа-на. Да, ребят, это крысиный король, потому что крыса именно ему подчиняется. Вниз. Ого! Блин! Вот-вот-вот-вот-вот. Точно-точно, ребят, как на сеге. Опа, я опять. Да куда ты меня проглотил, блин? Да цепись, ну серьезно, ну. Сейчас тебя подобью. Есть. Пицца тайм. Ага. Я понял намек. А кто его не поймет? Блин. А что, а большому пофиг, что ли? Да не может быть, чтобы ему было пофиг. Пофиг ему. Нафига ты так делаешь? Вон он вниз упал, отлично. Сейчас мы здесь с ним и разберемся, надеюсь. Разобрались, блин. Куда ты, мелкий, бежишь?
типа я тебя не видел, да? Ну спрыгивай ты сюда там. Вот. Блин, проглотил. Да ты заколебал-то, ну серьезно. Готов. Блин, все здоровье отнял у меня, а? А вдруг он... Дай пиццу. Нет, это не пицца, ребят, это... Это не пицца, это как какие-то предметы непонятные, правда, пока для чего. Блин, ну гигантский Маузер это, конечно... Прям жестят. Пицца, пицца, пицца. Фью. Ага, вон он, друзья мои. Крысиный король. Трясогусочник. Со своей флетой. Рэд Кинг. Да ладно. Что? Ты в плане? Угу. Да-да-да, он... Когда делает разбег... Ну куда ты побежал-то? Какой ты нудный, а? Блин, ну ведь знал, что схватит же. Опять. Любитель хватать, я смотрю, а? Ниндзя ревенж. Подожди, а кто это? Это кто-то мне в помощь пришел, что ли? Ребят, кто-то мне пришел на помощь. Естественно, я... Да хорош что-то. Блин, Майки, ты меня отвлек. Твою налево крик. Что-то этот Майки какой-то агрессивный. Меня опять крыса поймала. Есть! Да, ребята, какой-то Майки ко мне присоединился. Отлично! Ну что, я могу сказать только спасибо, кто бы он ни был, кто играл за Майки. Так, какой-то мы получили приз. Хм. Ну понятно, понятно. Рокстеди, как всегда, схватил голову и побежал. Пипит Пипер получили достижение. Эйприл все контролирует. Все у нее под контролем. Да, смотри-ка. Он со мной. Да ладно, это же это, друзья мои. Как ее звать-то забыл уже. Темпестра. Майки смой. Ну, вдвоем-то веселее, а в шестером еще веселее, ребят. Майк, ты слишком агрессивный. Супер Ирма, еще одну книгу получили, да?
Не, Майки какой-то вообще неугомонный. Посмотри на него. Ай. Экстра лайф. Блин, получил. Не получил достижение, ребят, накрыл. Нифига. Оу. Это что такое? Ты видел как? Я сейчас только что поймал Майки и его киданул. Да. Твою ж налево. Все, рухнул. За Майки точно кто-то играет? Или это бот? Что-то уж вообще какой-то супер агрессивный чувак. Фига в этом. В расклепон такой сделали. Гоу. Майки, ты запарил у меня. Отнимаешь всю мою славу. Пицца. Пицца будем по... пицца только... Блин, если бы я знал. Давай, 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 давай. В экран полетел. На. Вот у Майки какой суперудар, видел? О, третий из братьев. Так, кассета. Молодец. Опа! В прыжке-то, оказывается, тоже можно, ребят, суперудар делать. Я только сейчас узнал это. Ну и зачем ты сделал суперудар? У него, кстати, здоровье мало. Надо как-то ему пиццу где-то взять. И к тому же у него... А, нет, здоровье у него нормально все. А, обоим досталось. Есть. Бери пиццу, парень. Молодец. Да ты запарил уже, роботека, блин. Твою, блин. Есть. Подбили. Вот так вот просто взял ко мне кто-то и присоединился. Репортер. Спасли какого-то. Просто иногда в этой кипишнике, ребят, не поймешь, где ты. А где твой напарничек? Ладно, возьмем. Ну, Маузер, иди сюда. Погнали, бро. Так, вот этот дискошар нельзя сбить, нет? Шреддер? Серьезно? Нет. Темпестра, ну конечно же, друзья мои. Твои игры закончены. Что? Тока? Тока-то с какого перепуга здесь? Досталось мне, блин. Блин, все время про этот... Кого она сейчас вызовет? Опять Тока. Короче, уходить надо, как только она делает этот удар свой. А это у нас Рахзар. А чё там? Уходим. Опять веселящий этот дым.
уходим, уходим, уходим. Ее лучше долго не бить. Нет. Трындец. У меня здоровье, ребята. Минус. И у него, кстати, тоже. А как это у тебя так? О! Смотри, что только вытворяет. Он своего же тоже в этот в дым. Уходим. Твою налево. Да, я с этим боссом бы в одно лицо бы, конечно, тут припарился бы бомбиться, если честно. Иди сюда, Темпестра. Уходим. Так, минус. Давай, 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 Рокзара, этого бомбите. Есть. Так, Темпестра, ловись. Так, еще, ребята, заходочку, все, ей крышка будет. Да. Веселящий этот газ, блин. Давай, 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 давай их сразу же. Все, заходку. Ну, блин, там чуть-чуть осталось. Так, только разбушевался. Подожди, а где? Да ты серьезно, что ли, блин? Чувачок погиб. Есть. Фух. А чувачок все жизни свои потратил. Надеюсь, он присоединится ко мне в следующем эпизоде. Кавабанга. Так. А вот, кстати, и тело. Была голова, теперь они нашли тело. Вот такие вот пироги. Значит, еще ноги надо будет найти. А что это у нас? Хм. А что тебе нужно-то? Ага, кассеты, видеокассеты. Ну что, нам надо сюда идти. Седьмой эпизод. Интересно, он ко мне... Rooftops. Это у нас Бибоп и Роксиди, опять же. Блин. Так, ну подожди-ка. Угу. Так, супер прыжок. Комбо-атак. Грэб. Вниз и X, это что такое вниз и X? Ничего вроде бы. Книжку нашел. Да отвали ты. Нащелкивает мне и нащелкивает по рылу. Получили? Блин, с копьями закололи, блин. Ой! Даже надо было тупануть-то так, а?
Да ну... Чё-то, ребят, меня тут вообще расколбасили. Нафига ты побежал, а? Пицца, 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 родная. Есть контакт. Молодцы. Все. Куда-то у меня Лео сам побежал. Лифт. А что это такое? А, понял. Супер пауэр. Так, мне нужно бомбить этот пульт? Нужно. Your history. Моя история. Почему ты сразу же контришь? Ни шанса мне не дает. Смотри. Сам побежал. Не, ну насчет Бибоп и Рокстеди, что не, это, конечно, прикольно. Анимация вообще, ребят, на ура здесь, если честно. Вот как раз вот не хватало именно духа сеговских игр. Не знаю, может быть, это, конечно, ностальгия, но по мне так вот это самый оптимальный вариант, ребята, в черепашек играть. Именно вот такой в 2D графике. О, тихо. Нафиг ты это сделал? Так, иди сюда. Ой. Лучше я пойду поверху. Еще одна кассета. Блин, я думал, что он там вниз упадет, а он нифига. Давай, давай. Вниз. Хорошо. Стройка, это какая-то стройка. Блин, а почему этот груз не... Он наверняка должен упасть. Уходим. Ушли. Почему ты издалека, гаденыш, по мне достаешь, а я по тебе нет? Смотри, какой жук, а? Хитрый. Пицца. Пицца, ребята. Пока не буду трогать ее. Опа. Это еще кто? Вдвоем, блин. Да ну. Пинка получил. Слушай, когда я один, они быстрее внизу руи тратятся, чем когда ты в компании. Хай-я, и получай звезделей. Вот тебе и хай-я. Ну что, остался этот только. Когда один, боссы полегче. Потому что тут темпестру мы бомбили, это жесть какая-то была.
Let's go. Чувак тело похитил. Уже, кстати, собрали вместе с головой, да? То есть Крэнга они соберут. Так, Ирма зовет меня забрать награду. Не-не-не, подожди, давай мы сходим к Ирме. Она мне даст... Вот, а зачем вот эти вот мне 75 очков? Комплит. Больше ничего у тебя нету? Нету. Так. А как здесь сделать так, чтобы, например, любой мог, например, присоединиться ко мне? Это можно как-то сделать? Инвайт. Это, наверное, надо было вначале сделать, да? Дисконнект. Ну, дисконнектиться я не буду ни с кем. Так, ну что, друзья, погнали. Манхэттен Скайлайн. Паника Скай. Такого, кстати, я что-то, ребят. Ага. Блин, мне нравится музыка, ребят. Вот именно музыкальное оформление. Визуальное оформление. Это вообще, это шедевр просто. Просто шедевр. Так что? Ну, как же без вас? Ну, ну красавчики у меня, ну. Йо, что, что там сейчас было? Ну, конец. Эть, уходим. А-а-а. Балки строительные. Надо вот эти штуки побивать. Есть. Нормально. Блин, загремел. Ну что ты там своими маленькими клешенками машет мне? Ой. Пицца будет мне? День будет пицца? Пиццу хочу. Yeah. Пицца тайм. Время пиццы. А вон наш дирижаблик там летит. За нами же. Дирижабль черепашек Нильс. А это что еще? Так кто во мне? Это, наверное, босс будущий. Бомбит какими-то ракетами. Успокойтесь. Ну давай ты. Как всегда. Я. Ну кто там следующий? Причем он сам пиццу эту схватил. О! Держите карман шире, так я вам отдамся, ага. Ну, кто там? Погнали. Да ладно. Есть. В топку. Так, теперь с этой стороны будет, да? Да ладно, я вам не дамся. Блин, ракетой подбила. Обманочка была. Пицца.
Но тут дают пиццы шикарно, очень много. Так, следующий этап. Ага, вон, кстати, дирижабли, которые похищают статую. А вот и босс. Вингнат. Ты серьезно, блин? Вингнат, иди сюда. Ну это прям совсем, ребят, неудобно. Вингнат. Я что, нельзя, что ли, я не пойму, с земли бомбить? Да нет, можно. Легкий босс, кстати, я челлендж выполнил. Ну еще бы не кавабанга. Так, он улетел, да? Но обещал вернуться. Естественно, ребята, кто-то должен был спасти Крэнга. Так, а вот это что такое? Смотри. Вот это что за... А, это, видимо, просто как будто мы летим на дирижабле. Все, я понял. Следующий эпизод. Но вот это кожеголовый собственной персоной, друзья мои. Почему он только на... аттракционах? Ой. Ну, гаденыши, дали вам дальнобойное оружие, а? Довольные теперь. Ну, в принципе, кожеголовый на пляже, да, ребят, нормально, логично. И сюда. И ты тоже иди сюда, хламонище. Не показалось ли у них здоровье уже стало побольше как-то, не? На тебе, бортанул его. Ой. Так, а там вижу бак мусорный. Нету ничего. Хот-доги. Очередная черепашка. Точнее, жаба спасена. Так еще я. Блин, эту игру нужно будет обязательно с кем-нибудь вдвоем поиграть. А лучше вообще в шестером, ребят. Это будет... Я думаю, что это будет нечто. Что, застряло? Давай помогу. Так, челлендж выполнил. Что-то побить двух врагов вот этой штукой, которую только что сбросил. Половицы, да-да-да, как же про них... Можно забыть, ребят. Про половицы забывать не стоит. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Хорошо, замес такой был. Дай-ка я тебе... Вот так вот. Не захотел по-хорошему. Устали, что ли, ребят? Нет, побежали. Я вижу, вижу пиццу. Так, уничтожи 6 врагов супер пиццей. Ага, эти мухи уже не улетают, они тут до последнего навозные. Будут мне мозг выносить. И сюда. Чтоб тебя на 1000 кусочков-то разорвало. Еще один черный. А, ну конечно, с саями-то. Ниндзя с саями должны быть обязательно, ребят.
Блин. А где он? Ну ты прям истинный ниндзя. Слушай, они какие-то самые, по-моему, противные. Не? Фига себе. Готов. Да твою ж душу. Да неужели я до пиццы дожил? Какой ты ж... Нет, ты запарил уже, парень. Да что-то мне припаривать его. Как тебе такой расклад? Его почему-то нельзя... Его можно схватить? А, нет, бросить можно. Почему-то я его тогда бросал, он вырывался у меня из рук. Из моих хват. Может быть, здесь что, в траве есть? Нету. Блин, маузеры. Я просто взял обратно в него эту присоску, пульнул и все. Ага. Ничего нельзя, ничего с ними нельзя сделать? Что такое? А, надуваем. И там типа призы были, да? Ну, прикольно сделано. Так, чувствую, сейчас где-то уже будет кожеголовый. Ой! Вот прям нутром чую, что где-то кожеголовый здесь поджидает нас на аттракционах. Половица чертова. Вот так вот будет вам уроком. Так, мухи навозные. А это... Ага, вот. А почему пиццу-то не дали перед этим? Если босс... Кожеголовый. Я так понимаю, он сейчас будет в люки прыгать, да? Что это? Сейчас будет в люк, из люков, да? Нормально он подловил. Какой жук. Так завязывай. А там-то кто на этих, я не пойму, но на аттракционах там кто катается? О, пиццу кинули, прикинь. Вот это круто. Это, кстати, наверное, за то, что я их шарики надувал там. Это эти лягушки. Да ты... Ага, покраснел. Иди сюда, пугало. Ага. Не нравится. Смотри, 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 смотри. Вот бочку-то не надо тут подкидывать. Есть. Гамбл. Валямбл. Ну что, эпизод 9 прошли. Крынка тут. Мелкие роботы пошли его собирать. Оу. Хм. У этих ребятулек тоже какое-то есть задание. А что я должен им собрать?
маленьких жучков, вот этих скоробеев. Слушай, ну они действительно похожи, знаешь, на этих Батлтоста. Зиг, Рампл, кто там еще? Но мы-то знаем, что это не они. 10-й эпизод. Так, это кто такой? Похож чем-то на черепашку. Возможно, это двойник. Помнишь, там был двойник у черепашек? Слэш, ё-моё. Скорее всего, это точно, это, наверное, слэш. Хей-я! Дай твою кирпичную морду. На. Опять за свое. Так, ну что, жучка я нашел. Гоу. Коробки. Не, не ломаются. Эх, не успел. Ну ш... Ой. Да. Вот такие вот у них приколы, ребят. Пицца — это всегда хорошо. Опа, это что еще? Фига. Это что-то новенькое такое. Таких я раньше ни в одном этом не видел. Ни в одной серии черепашек. Типа какой-то робот-маузер. Видеокассету нашли. Нашли видеокассеточку. Пицца там же идет. Да дай пиццу тут. Прикинь, он мне просто пиццу не дал взять. Вот уж шлепок, а. Нет, она все-таки взята была мной. Пицца тайм достижение я получил. Иди сюда, мелкий. Ну и что вы тут набрали хлама всякого? Так, челлендж не сработал. Видимо, я должен был не получить урон от телевизора или от чего-нибудь такого. Прекрасно. Готов, взорвался к чертовой бабушке. Подбили. Да чтоб тебя, он, когда, он именно когда бежит, разбегается. Вот тогда он хватает тебя за руку. Отдайте видеокассету мне какую-нибудь. Так. Вот это я тут хорошо сейчас прибамбашил. Прям возле стеночки. Сейл. А, это знаешь, что такое? Ну, продают. Поддержанные, короче, все. Пицца Пауэр. Нормально. Поколбасил. Хай-я!
четенько. Все как в аптеке. Ну, цепись ты. Паршивый маузер, а. Схватил меня за руку и не отпускал. Опять эти гигантские, ну ё-моё. Естественно, сразу же хватает. Готовы. Дайте маленький кусочек пиццы-то, ёк-макарёк. И не попал, замечательно. Так, значит, когда они приземляются в такой ярости, их лучше типа не трогать, что ли? Да, звезделей пополучал-то я тут. Да цепись ты, мелкий. Все, сейчас здоровье отнимут. Жалко, здесь нельзя, конечно, вот после смерти выбирать другого персонажа. В данный момент мы играем за Леонардо. Блин, я не дожил чуть-чуть до пиццы, прикинь. Железноголовый. Уж что-то про него-то я как раз и не подумал. Слэш, фигеш. Не надо, блин, своих маузеров здесь выпускать. Да... Что? Ты запарил. Ну. Так, может пиццу прихватить уже, а? Все, 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 все. Остался тебе там жить. Началось. Том Краш. Готов. Хлопчик. А вот и ноги. Побежали. Сегодня умрут черепашки. То есть он уже подготовил, я так понимаю, да? Крэнга. Хм. Одиннадцатый эпизод. Но я думаю, здесь эпизодов еще 3-4 будет от силы максимум. Ну что, друзья, на этой ноте, пожалуй, сегодня я закончу. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!